Однажды мне задали вопрос, который полностью изменил мое отношение к здоровому образу жизни. Меня спросили: «Айнур, кем ты хочешь быть, Жигули или Мерседес?» Я сказал: «Ну, конечно, Мерседес». Мне сказали: «А тогда подумай, как часто Мерседес проходит ТО, какой бензин в него заливает и как часто за ним ухаживает». Я хочу, чтобы прямо сейчас вы себе тоже задали этот вопрос: вы Жигули или Мерседес? В рамках спецпроекта «Я выбираю жизнь» смотрите фильм «Секреты манипуляции. Наркотики» на телеканале «Татарстан-24».